Виктор Нормаев очарован казачеством с юных лет. После того, как в 7 классе прочел роман «Тихий дон» Михаила Шолохова, решил поступать в казачий кадетский корпус. Начал готовиться, тренировать физическую форму, и все получилось. Казак должен быть смелым, сильным и разносторонне развитым. В первую очередь для казака важна честь. Вместе с товарищами Виктор принял участие во всероссийском смотре-конкурсе названия «Лучший казачий кадетский корпус». В течение нескольких дней 10 лучших команд страны сражались за победу. В Самару приехали кадеты из Краснодарского края, Московской, Кемеровской и Ростовской областей. Действительно, на протяжении 3 дней лучшие кадетские казачьи корпуса соревновались между собой за звание стать лучшим в этом текущем 2021 году. Этот конкурс уже на протяжении нескольких лет проводится ежегодно, несмотря на все ограничения, пандемийные вещи. Мы надеемся, что эта традиция будет продолжаться. Уже сегодня видно, и это мы отчетливо осязаем, результат этой работы. Ведь вы возвращаетесь на свои места, в свои станицы, на свою родину, на свою землю и показываете, передаете опыт. Было видно, что каждая команда выкладывалась для того, чтобы представить свои казачьи-кадетские корпуса. Действительно шла хорошая, упорная казачья борьба. На самарской земле гостей поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Хочу в первую очередь поблагодарить организаторов конкурса за принятое решение проведения финала конкурса здесь, на самарской земле. Я рад поприветствовать всех кадетов, которые пробились в финал, и уже с этим достижением вас можно поздравить. Вы проявили свои знания, свои духовные стержни для того, чтобы добиться этого результата. Глава региона наградил лучших. 3-е место получили ребята из Ростовской области. Самара взяла серебро, а первыми стали кадеты из Краснодарского края. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.